сегодняшний день. Николаевская область одна из самых приоритетных солнечных, да. Но чем южнее, тем лучше. Да. Вы понимаете, да? То есть там больше световой день, больше солнечной активности. Поэтому, ну еще и погодные условия влияют очень серьезно. Близость каких-то водоемов, где поднимаются туманы. Предприятий, которые дымят и так далее. Поэтому это все влияет. И расположение этой станции очень выгодно. С этой точки зрения. Конечно. А когда идет дождь, станция получается... Работает. Работает? Конечно. Она начинает рано утром и заканчивается поздно вечером. Вообще, в принципе, чтобы вы понимали, здесь идет преобразование не солнца, не солнечной энергии, а света, фотонов света. Спасибо.